Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про функцию «Супер спасибо» и заказываем любимого исполнителя. Подробности в первом закрепленном комментарии. Ребятки, вот пандочки мне посоветовали послушать «Лов 66». Открываю для себя нового исполнителя. Я его слышала, но немного. Сейчас давайте познакомимся поближе с ним. Поехали, друзья! Ребятки, что могу сказать? Молодой человек думает о весне, думает весна, цветут сады. Цветы, деревья, птички поют. Любое время года, зима, осень, а у него весна. У него в душе весна, ребятки. Вот, слушаем дальше. Значит, он романтик, ребятки, получается, да? Девушка у него была, он ее любил сильно. И вот он вспоминает о ней. Видать, у них завязались отношения в мае. И он сравнивает все с месяцем весенним. Понимаете, ребятки? Для него май это все. Май это любовь, цветы, птицы, мысли, песни и его любимая девочка. Мне понравилось, ребятки. Понравилось. Голос хороший. Ничего там такого бесстыжего нету. Легкая такая песня, ребятки. Ну вот и все, друзья. Пока.